Хотела я этого писать, но может так получиться, что другой возможности поговорить с тобой у меня не будет. Твоя мама, как всегда, вляпалась в неприятности. Мне придется уехать далеко и надолго. Я хочу, чтобы ты знала, все, что я делала в этой жизни, я делала ради тебя. Может, где-то я и напортачила, но не со зла. Мне больно думать, что если у тебя что-то случится, меня не будет рядом, и я не смогу тебе помочь. Если я не вернусь, разыщи кон...
дерьмище. Я совсем забыл про запах. Все тихо. Медленно здесь. Тут свалят? Нет, нужно убедить. Обычный ям. Эй, кто тут у вас? Эй, пол Николай. Он нам приказал. Крайники перевели. Ему нужен один пленец, который новенький. Ладно, пока. Великая императрица Солнца, твои новые слуги склоняются перед тобой. Сердцем мы почитаем тебя, огнем мы связаны с тобой. Ты наше солнце, ты наш свет, ты обещаешь нам рассвет. Твои... Помогли. Грим? Да. Его больше нет. Дерьмо. А я думал, ему все нипочем. Он сражался до конца. Благодаря ему я здесь. Здесь скоро будет спасательный вертолет. Я знаю, что Сэмми держит отдельно, а Уитман где? Надеюсь, не в гостевых палатах. Видать, мистер Шоу выпросил комнату получше. Найдем его. И Сэмми тоже. Но отсюда мало что можно сделать. Сейчас я вас освобожу. Ну что, давайте попробуем еще раз. Ребята! Внимание! Вместе! Бесполезно, Рэй. Здесь происходит что-то странное. Мы слышали разговоры о Руке Солнца. Императрица Солнца, владычица Яматая. Да ты шутишь. Это... считаешь это Яматай? Да. Похоже, это правда. Ну, хоть что-то. Все же нашли это место. Не то, что мы ожидали, да? Ха, недооценка года. Сэмми как-то связана с этим. Местный вождь считает ее ключом. Прекрасно. Тут есть свой Чарльз Мэнсон. Его зовут Матиас. Бедная Сэмми. Надеюсь, мы ее найдем. Действуем по порядку. Сначала надо освободиться из клетки. Держитесь за что-нибудь! Пол
уже ходуном ходит. Не думай об этом, Лара. Просто вытащи нас. Отлично. Прыгай. Мы не будем раскачивать.
никто не уйдет. Это я слышала перед крушением. Обряд из гробницы Пимика. Почему он так интересует Матиаса? Как вы? Что случилось? Они перестали видеть во мне угрозу и разрешили ходить почти свободно. Вы знали, где остальные? Да, Сэмми схватили. Но что я мог сделать без оружия? Это братство. Антропологическое чудо, Лара. Они чокнутые убийцы, доктор Уитман. Нам всем нужно выбираться отсюда. Да, конечно. Я посторожу здесь. Скажешь, как там что? Полагаю, ты не совсем понимаешь. Ты избранная, Саманта. Это большая честь для тебя. Для всех нас. Кое-кто уже начал сомневаться, что мы тебя найдем. Но ты здесь. Послушайте, я знаю, что вы считаете меня особенной. Но это не так. Я не хочу быть избранной. Не имеет значения, чего ты хочешь. Важно, кто ты. Кровь Пимика течет в твоих жилах. Думаю, ты это знаешь, Саманта. Зачем все это, Матиас? Это же сумасшествие! Ты ищешь причины там, где их нет. Когда-то я тоже сделал эту ошибку. Тогда я думал, что сюда могут дойти корабли и долететь самолеты. Я просто хочу домой! Я хочу, девочка! И много лет ждал этого дня. Я жил ради него! Ты думаешь, я не пытался бежать отсюда? Это невозможно! Мы все здесь в ловушке! Но ты, Саманта, в твоих силах освободить нас! Многие отдали свою душу за этот дар. Огонь все разгорается. А вторая девка исчезла. Надо с этим кончать. Дмитрий, сторожи ее! Лара! Боже мой, ты здесь! Я уже решила, что схожу с ума! Все хорошо. Хорошо. Мое оружие. И как теперь отсюда выбраться? Надо уходить, пока он не вернулся. Уитмен! Уитмен! Черт, где же он? Сядьте! Беги! В тронный зал! Лара! Лара! Беги, Сэмми! Я найду другой выход! Да! Thank you.
Найдите избранную, а это моя!
идем с нами. Мы тебя не обидим. Сэмми! Беги! Перелезай! Скорее!
Иди к Роту, я за тобой. Но в вертолет садиться нельзя. Просто поверь мне. Прошу, поверь. Беги! Я с большим трудом добрался!
Быстро! Чёрт! Да вы совсем рехнулись! Начинается! Держись, Лара! Бедная Лара! Что, забыла, из-за кого мы вообще здесь? Это нечестно, Рейс. Ты права. Зря я так сорвалась. Просто... Рот. Не знаю, как мы теперь без него. Давайте перенесем его в подходящее место. Он погиб как воин. Похороним его как воина. Старый катер на берегу. Надо его починить. Попробуем. Не получится. Нам не покинуть этот остров. Да ладно, Лара. Что ты такое говоришь? Мы все обдумаем. Все вместе. Разработаем какой-нибудь новый ты план. Ты не понимаешь. Никто не понимает. Оно не выпустит нас отсюда. Оно? Лара, тебе нужно поспать. Я всегда первым признаю наличие аномалий. Но этот остров – одна сплошная аномалия. Я здесь не сдохну! Ремонтирую катер, и мы убираемся отсюда! Ты же знаешь, что здесь нечисто, Иона. Я уверена в этом. Я знаю, что логика не поможет нам понять это место. Ты считаешь, что интуиция – это слабость, но это сила. Доверься ей. Ты нужна нам, Лара. Верзила прав. Я не могу пока уйти. Мне нужно время. Ты знаешь, где мы?
Приходи, когда будешь готова. Мы никуда не уйдем без тебя. Держи при себе. Рот, что же мне делать? У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Никто не уйдет. Эти бури, они как-то связаны с Императрицей Солнца. Это она нас не отпускает. В монастыре есть ритуальный зал. Если штормовые стражи охраняют именно его, то ключ к загадке бурь именно там. Тайный вход со стороны реки. Катер. Я поплыву на нем вглубь острова к ритуальному залу. Должна была пойти с ними. Лара, прости. Я тебя в это втянул. Я обещал твоему отцу в нашу последнюю встречу. Я поклялся ему заботиться о тебе, беречь. А что из этого вышло? Я навлек на тебя беду. И теперь... ты обо мне заботишься. Знаешь, ты очень похожа на своего отца. Он был умнее, мудрее и сильнее всех, кого я знал. И он никогда не сдавался, как бы тяжело ему ни приходилось. Конечно, я переживаю за тебя. Но знаю, если кто-нибудь и сможет здесь выжить, то это ты, Лара. Что бы ни случилось, знай. Я любил тебя как дочь, которой у меня никогда не было. Я горжусь тобой.